Блять, да это пиздец. Волжанка — это просто нереальное говно. Шнур порвался на окуне. Я просто в шоке. Долбанный шнур, волжанка. Шнур подвел. Со шнуром нам нужно сделать то, для чего, собственно, он и годится. Выбросить к чертям собачьим. Никогда не покупайте шнур, волжанка. И спиннинги, волжанка, кроме волжанки стилет. И волжанки, рапира тоже. Это полное говно. Этот шнур не годится ни для чего. Ни для спиннинга, ни для фидера. Единственное, для чего он, пожалуй, может сгодиться, это если у вас есть враги-спиннингисты, подарите им этот шнур. Ну, хотя я думаю, что у вас таких врагов нет. Потому что спиннингисты должны жить дружно. Вот, собственно, и все. Скупой платит дважды. Лучше купите нормальный шнур. Сэкономите нервы. Они не восстанавливаются. И не будет у вас досадных сходов крупной рыбы.